Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Карадима Татьяна, я художник и член жюри международного конкурса Golden Time. Очень рада была ознакомиться с работами участников конкурса. Поздравляю всех участников конкурса и желаю успеха. Хочу сказать, что в наиболее общем смысле искусством называют мастерство, продукт которого доставляет эстетическое удовольствие. Тематика работ была абсолютно разная: пейзажи, графика, различные техники. Конечно же, это мастерство я почувствовала. И моим критерием, конечно же, есть и будет способность вызывать отклик у других людей своими работами. Художник и для творца, в общем, этот процесс выражения внутреннего и внешнего мира заключается в художественном образе. Искусство – это творческая деятельность души. Поэтому я сейчас назову имена участников, работ которых я оценила максимально. То есть в 10,9 баллов. Евгения Бондаренко, пейзаж. Очень интересная выразительность, изображение неба. Две работы, мною оценены в 10 баллов. София Шабуневич, портреты, украинская тематика, 9 баллов. Адриан Киска, портреты, две работы, 9 баллов. Особенно хочу отметить работу, которая меня просто покорила, Татьяна Сава. 10 баллов, три работы, морские пейзажи, город, архитектура. Чувствуется мастерство и умение, и знание, высший класс, конечно. Яна Семенюк, две работы, украинская тематика, 9 баллов. Анна Мартиновска, две работы, портреты, 9 баллов. Марина Данилука, 9 баллов. Ольга Посменна, Алена Терещенко, 9 баллов. Елизавета Осинска, две работы, одна из которых оценена в 10 баллов и другая в 9. Францис Хусеинова, 10,9 баллов. Солощенко Эльвира, пейзаж, 10 баллов. Ольга Кицманюва, Светлана Балацка, Даня Заяц, 9 баллов. И Надя Алищук, 10 баллов. В заключение своей видеооценки, конечно же, хочу пожелать всем мира и разрешения этой международной проблемы, терпения. Я считаю, что скоро нас ждет светлое будущее, будем верить в лучшее. И, конечно же, сочувствую и сопереживаю всем любимым людям, которые находятся на территории Украины. Терпение, и все наладится. Участвуйте, творите, и до новых встреч. До свидания. Привет из солнечной Греции. Пока-пока.